Добро пожаловать в столицу Таджикистана. После успешного проведения гран-при по дзюдо Душанбе принимает чемпионат мира среди юниоров. Зрители собрались во дворце тенниса поболеть за представителей нового поколения в дзюдо, многие из которых уже лидируют в мировых рейтингах среди спортсменов до 21 года. Китаянка Синьран Хуэй одолела соперницу из Японии Сачиё Йосино с помощью броска категории Сутэми Вадза и завоевала титул в весе до 48 килограммов. Свою медаль она получила из рук главного спортивного директора Международной федерации дзюдо Владимира Барты. «Моя цель – стать олимпийской чемпионкой, поэтому я намерена добиваться своего шаг за шагом и выкладываться на каждом соревновании по полной. Иногда ты выигрываешь, а иногда нет, но не стоит зацикливаться на неудачах. Я буду продолжать следовать за своей мечтой, воплощать ее в жизнь. Когда я приехала в Таджикистан, я была тронута тем, как тепло меня встретили люди. Все было просто замечательно». У мужчин в весе до 60 килограммов Ямато Фукуда с блеском отстоял свой титул и стал двукратным чемпионом мира среди юниоров. В финальной схватке ему уступил Лоик Кутбудинов из сборной Таджикистана. Медали вручил глава Федерации дзюдо, принимающего турнир Таджикистана, Исмаил Махмадзаир. «В Таджикистане очень хорошая кухня, и для нас большая честь принять участие в таком грандиозном мероприятии и побывать в этой стране. Мне понравилось выступать на татами в Душанбе». Ироха Уи победила свою подругу по команде Синджу Носио в категории до 52 килограммов. Медалисток наградил Флорин Даниэль Ласкау, главный судья Международной федерации дзюдо. Еще один чисто японский финал состоялся в категории до 66 килограммов. Соперником Сюнтаро Фукути стал его товарищ по команде Кайри Кинтоку, которого ожидала дисквалификация за использование головы при выполнении броска. Победа досталась Фукути. Церемонию награждения провел главный спонсор чемпионата мира среди юниоров Душанбе Курбанали Сафарзада. Таджикским болельщикам посчастливилось встретиться с одним из своих героев, бронзовым призером Олимпийских игр в Париже, Самоном Махмадбековым. Автографы, фотографии и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Незабываемым было и выступление таджикских дзюдоистов в первый день соревнований. Местные трибуны долго праздновали серебро, которое заработал в копилку хозяев чемпионата Лоик Кутбудинов. Яркие встречи на татами продолжатся завтра. Следите за новыми победами.